Одно из подсобных помещений манежа. Здесь находятся раздевалки и душевые кабины. В каком они были состоянии, догадаться несложно. То, что было отлично в прошлом веке, сейчас уже никак не отвечает ожиданиям спортсменов. После реконструкции все должно поменяться. Раздевалки, душевые туалеты будут соответствовать всем стандартам. Чуть позже начнутся работы и в спортивной части манежа. На данный момент проходят работы изыскательные, то есть по заданию от архитектора. Требуется разобрать некоторые участки здания, посмотреть, в каком они состоянии, и после этого принимать решение, что мы можем в этом здании сделать. Но уже сейчас представитель нового собственника заявляет, легкоатлетическое ядро спортивного сооружения останется на месте. Легкоатлетическое ядро 6 тысяч метров. Оно будет сохранено по заданию от Спортлайфа. Оно будет сохранено. Это обязательное условие данной реконструкции. Точную дату окончания реконструкции в компании смогут назвать только после детального обследования здания. Скорее всего, работы завершатся к концу сентября. Тогда же в обновленный манеж смогут вернуться тренеры и воспитанники спортивных школ и федераций. Официальная позиция собственника нового была озвучена, да, на пресс-конференции, которая была дана неделю назад, после которой были проведены встречи с, в общем-то, со всеми федерациями или с директорами всех школ, которые здесь у нас присутствуют, которые здесь представлены. Со всеми были проведены встречи. На самом деле, после встречи все уходили достаточно довольны и с пониманием того, что и как у них будет происходить дальше. Компания «Спортлайф» заинтересована в том, чтобы в их спортивных сооружениях занимались профессионалы. Об этом было заявлено на пресс-конференции на прошлой неделе. Тем не менее, опасения, вернутся ли в манеж федерации спортивные школы, остаются. Чтобы еще раз получить заверение в поддержке от городской власти, в мэрию сегодня пришли спортсмены и родители воспитанников детских спортивных школ. Мы пришли за помощью, чтобы городская власть нам помогла в организации встречи с собственниками, чтобы нам объяснили, успокоили, или получили мы от них какие-то гарантийные письма, что большой спорт, профессиональный спорт и школа высших достижений, дети наши не останутся на улице. Со своей стороны в мэрии обещают, без крыши над головой спортсмены не останутся. Обновленный манеж станет базой и для массового спорта, куда придут десятки тысяч горожан, так и для спорта высших достижений. Пришел целевой инвестор, который будет целевыми деньгами дофинансировать реконструкцию манежа, создавать на его базе новую спортивную инфраструктуру, бассейны. То есть эта новость, конечно, позитивная. Параллельно с этим на той пресс-конференции, на открытой, на которой мы все присутствовали, где собственник новый «Спортлайф» заявлял о своих целях, он сказал, что, конечно, спорт высоких достижений, наших олимпийцев, паралимпийцев никто не будет выбрасывать. Единственное, естественно, будут приняты новые какие-то совместные условия, при которых тренировки продолжатся. Поэтому еще раз мы должны вопрос этот просто правильно сопроводить. Павел Васильев, Андрей Снесаренко, ТВ5.